Так. Ну, корабли, в принципе, относительно быстро делаются, нормально. Остается 16 лет. Ну, это мало. На этой скорости быстро вкатаем. Быстро вкатим сейчас. Что тут осман с Венгрией воюет? Кто атаковал? Осман атаковал Венгрию и получил вар еще от Испании, боже мой. У османа много войск, надо признать. 200 тысяч у них тут. Парней еще и рекрут пул полный. Рекрут пул еще полный. Ох, ничего себе. И вен, блин. Отдай-ка 2000, говорит, с половиной монет. Так, там еще можно. Вот, все, закрыл я офенсив полностью. Сто 135, 137 с половиной дисциплины, если все включить. Нормально. Максимум. Максимум, что можно было тут выбить. 137 с половиной дисциплины. Нужна еще одна торговля. Еще один купец нужен очень. Так, у меня корабли там вроде построились уже. Давайте его в Любик отправим, эти корабли. В Любик, в Любик. Ой, не срослось. Да блин. Сейчас сниму, да, контора. Ну все правильно, да. Одного можно снять, вот этого как раз такого не очень хорошего. Остальные-то не штрафуют. Блин, что не снял-то? Все, вроде штрафа больше нигде нет. Четырнадцать лет остается, если тут ничего не изменилось. Нет, ничего здесь не изменилось, нормально все. Может, даже еще инновации успею вкачать, кстати. К слову. Четырнадцать лет остается. Ну, это еще буквально 10 минут стрима, я думаю.
Просто реально самому интересно будет посмотреть доход общий. Хотя там автономия, конечно, еще не спадет к тому времени. Ну все, сиди, пожинай лавры. Точно, точно. Так, здесь три еще фрегата. Можно еще, можно снова делать. Сейчас налепим еще мануфактур. Ну, норм, подрастает тут. Норм, норм. Давайте мануфактуры еще воткнем. Где это наиболее интересно. Что, Дранкиллер, что ты рыдаешь? Что у тебя? Так, вот здесь 0.84 сразу бахнет производство. Рейдж, блин. Да, немножко остается до присоединения рейджа. Буквально 13 лет. Практически везде уже влепил домики на храмы, уже везде воткнул. Отстаньте от меня, не дам я никому проход через свою небольшую территорию. Обходите слева. Так, тут вот еще фрегаты. Будет. Сейчас, кстати, можно еще одного купца сделать. Совсем немножко осталось. Это, кстати, тоже не увеличит доход, потому что у нас вот здесь вот перенаправляется не очень. Из Крыма тоже можно значительно больше перенаправлять. А, кстати, Квантара, погляди, пожалуйста. Квантара, погляди, пожалуйста, момент такой. Неохота бегать, если честно. Сейчас скажу. Сколько там ачивка есть на количество денег надо? Количество денег надо, доход какой-то иметь. Посмотри, пожалуйста, на ачивку на доход. Сейчас, может, мы ачивку на доход еще выполним. Там ачивка на доход должна быть. То ли 500, то ли 300 инкама надо иметь. У нас сейчас 300 инкама почти что. Там, по-моему, 500 надо инкама иметь. С речью, я думаю, 500 зайдет. Вот если трейд закрыть, то точно зайдет. Нет, нету, блин. К сожалению, нету
А что, Крым еще есть? Парни, у меня, кажется, Крым, оказывается, есть. Я даже его не убрал, блин. Можно было Крым-то выпилить. Я так Крым до конца и не допилил, ведь. Эй, ну завязывайте меня деньги тратить. Что такое? Сейчас новый купец появится. Остается 6-й год у нас уже. Опа, февраль 19-го. 2 месяца прибавил. А вот март 19-го даже, блин. Что-то двигается как-то некрасиво. Надеюсь, она так двигаться не будет дальше. Ладно, фиг с ними. Вот еще один купец. Ну ищи, ищи, Контара. Там должна быть на 500 голды, по-моему, ачивка. Давайте трансфернем в Балтику, посмотрим, как будет работать здесь купец. Или вот отсюда лучше трансфернуть. Сейчас посмотрим. Из Киева. А вот, нормально вот так вот. Как раз речь присоединится. Тут не будет собирать речь. Все пойдет в Балтику. Доход буснится. Не вкачаю я, Фиба. А за счет того, что аннексия идет, за счет того, что аннексия идет, я, у меня дипка качается по плюс 3, я не успею вкачать. Она тут, видишь, где? Это сколько я тут очков? 800, так, 700, 1400 очков надо, я не вкачаю. Даже не 1400, даже больше. Почти 2000 очков надо, у меня нет столько и не будет. Сколько еще? Ну, получается, 11 лет еще. Не так долго. А, стоимость дипаннексации, точно, Фиба, ты прав. Да-да-да. Что-то я тупанул. Но все равно много. Не успел бы. Да без проблем покажу. Она, кстати, до сих пор колония английская. Джанпур тут выпилил. Смотрите, Джанпур почти Индостан сформировал. Глядишь, сейчас еще под конец Индостан сформирует. На 3000 золота? Нет, ну это явно. Квантара, там должна быть ачивка на 500 инкама. Фиба, ты знаешь эту ачивку на 500 инкама? По-моему, на 500. Иначе на 300 я бы уже выполнил. Так, можно еще влепить мануфактуры.